Привет, друзья! У меня сегодня второй день, как я прилетела в Молдавию. И вот, купила бабушке цветы. Родители мои сейчас поехали к бабушке и оставили меня здесь буквально в нескольких шагах. Я хочу бабушке сделать сюрприз, потому что она не знает, что я приехала. Они сейчас сядут за стол, папа мне тут быстро маякнет. В общем, у нас тут такой план небольшой. Бабушке будет очень приятно. Вот, сейчас я иду по проулку, где я проводила все свое детство. Хорошо, что еще люди здесь живут. Село благодаря им не вымирает. В селе, где бабушка живет, наверное, осталось около 100-120 человек. Даже не знаю. Ну и на этом спасибо. Вот. Сейчас там посмотрим, как бабуля себя чувствует. Вот так вот. Дороги паршивые в Молдавии. Я была за рулем, конечно. Разница. К хорошему, как говорится, быстро привыкаешь. Вот. Сейчас отключаюсь, посмотрим, как получится у меня заснять видео для вас. Остановка тут даже есть. Бабушка моя живет вот по улице вниз. Село называется Николаевка и делится на две части: верхнее и нижнее село. Бабушка живет в верхней Николаевке. Сейчас покажу вам. У нас осталась только мамина мама, бабушка, Вера. Папина мама умерла, когда мне было 4 годика. Это было 31 год назад. До сих пор помню этот день. Грустный, печальный. И папин отец и мамин отец, они ушли практически друг за другом. Вот. Бабушка осталась у нас одна, такая молодец, до сих пор сама копает огород, прошует, такая огромная умничка. Вот. Улица детства. Улица моего детства. Вот бабушкин дом синий. Начинаем операцию «Бабушка». Называется. Бабушка Вера. Начинаем операцию «Бабушка Вера». Цветы называются. Вера Николаевна. Да, Вера Николаевна. Называется «Бабушка цветы». Мама! Людочка, сними очки. Христос воскресе! Вот. Держи. Снимай. Так, что тут, кто там плачет? Воскресе. Все плачут. Все хорошо, не мои приказы. Не получится, бабушка. Христос воскресе, бабушка. Так,
Ну что, вы спрашиваете, где, да, господа, где третий бабушка, пассажир? Это вам. Вот вам третий пассажир. Это вам. Спасибо, бабушка. Надо. Христос воскресе. Я со всех удержала. Воистину воскресе. Вы плачете, расстроились или нет? Бабушка, смотри, бабушка, Ленка, остановись. Маша, так, ну что, нажать? Это, ж, это видео мы смотрим. Видео. Так, мы уже надо телефон перевернуть себе. Зачем ты тоже с телефоном? Отключим его. Так, куда идем мы с Пяточком? Мы идем яйца искать. Давай. Так, берем прямо, вперед. Так, сейчас покажем. Тут Петя гуляет. Да. Петруччо. Итак, заходим. Так, заходим. Мы сейчас это вот свет включим. А тут видно. Да, но дело в том, что... Так, а где что, гнезда? Ой. А там нету гнезд. А как они несут-то? Туда надо идти? А там вот курочка сидит. Ой, ты сел. А нужно одно оставлять? Обязательно. Вот одно есть, второе осталось. Одно можно забрать. Куряхочка, куряхочка. Спокойная, смотри, какая. Да, вот она несет. Когда... Вот ты какое. Когда закончит нести, она начнет кричать. Понятно. 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 О, бабушки какие. Красавица. Пойдем. А ну, собачка наша сидит. Твоей мамы любимица. Да, хорошая. Хорошая. Так. Тут? Тут что-то должно быть. Да я не знаю. Бабушка сказала. Да, тут вторая сидит. Ух ты. Привет. Привет. Ну ладно, попозже мы придем, посмотрим. Бабушки-сараньки. Там 10 лет назад свиньи были. Это я помню. Это погреб. Да. Я помню это 1000 лет назад. Вера. Начинаем операцию «Бабушка». Вера. Цветы называются. Вера Николаевна. Да, Вера Николаевна. Называется «Бабушка цветы» операция. Бабушка, мама! Кто ты, или бабушка, кто? Да, сними очки, Людочка, сними очки. Людочка, сними очки, Людочка. Вот. Держи. Снимай. Так, что тут, кто там плачет? Все плачут. Снимай, приехали. Не получится, бабушка. Христос воскресе, бабушка. Так. Ну что, вы спрашивали, где бабушка, третий пассажир? Это вам. Вот вам третий пассажир. Это вам. Спасибо, бабушка. Христос воскресе. Сердце у всех удержало. Воистину воскресе. Так, вы плачете, расстроились или плачете от радости? От радости или от расстройства? Радость, бабушка. А ну вместе, Ленка. Давай, Маша, тоже иди к ним. Выходит на улицу. Да. Что, нажать? Это видео мы смотрим. Видео. Давай, иди к нам. Папа, уже надо телефон перевернуть себе. Зачем ты тоже с телефоном? Ну вот. Отключи, мам, видео. Вы ждали, что на Пасху приедет Олечка до вас в гости? Да, ждали. Хорошо,
я приеду, вот у меня ну вот, Олечка у нас любит делать сюрпризы, и нам сделала сюрприз, и вам сделала сюрприз. А еще дальше у нее много-много будет сюрпризов. В жизни. Нет, имеется в виду в этой поездке. Она еще другим будет делать. Поэтому, а, значит, давайте. Другим сюрпризом. Все.